Бесконечные хороводы, ярмарки и пестрота. Забавное хитросплетение традиций разных эпох позволяют назвать Сарапутную неделю одной из наиболее фольклорно насыщенных в нашем календаре. Своих зрителей весенним настроением порадовал и коллектив фольклорного ансамбля «Горница» из Санкт-Петербурга. Концерт прошел в одной из творческих мастерских северной столицы. На суд зрителей коллектив представил традиционные песенные произведения и две постановки. Фольклорный ансамбль «Горница» был создан в 1994 году. В основе его деятельности лежит направленная на всестороннее освоение традиционной культуры работа с молодежью всех возрастов. Несмотря на юный возраст, ребята, участвующие в этой постановке, не боятся выступать на сценах. Они посещают ансамбль уже не первый год. Сначала пошла Фаня, да. Вот потом я к ней присоединилась, а потом со мной пошла Василиса. Мы вместе с Фаней. Они тут самые старые. Да. Да. Мы ездили на много разных конкурсах там. Да. Вот, нас много куда приглашали. И какие места занимали? Первые. Фольклорные экспедиции – это неотъемлемая часть жизни ансамбля. Так что своеобразный говор в этой постановке был использован сознательно. Ну, эта песня в большей степени записана в Брянской области, потому что вот наибольшее количество материала у нас получилось именно по этой области. Ну, поэтому такой материал и включен в спектакль. Наш коллектив был образован в 1994 году, и с этого времени мы каждый год ездим в экспедиции фольклорно-этнографические, вот записываем там материал, ну и после этого представляем его на наших концертах. Поэтому программы разные, разные педагоги учат материал разных областей России, ну и получается такой калейдоскоп. Ребята молодцы. Зрители, а среди них были даже представители страны восходящего солнца, остались в восторге. Пожелаем же коллективу дальнейших успехов в освоении этого поистине бесценного пласта нашей родной отечественной культуры.